которые дальше не делятся. Не хочет становиться тренером. Тренер – тяжелая работа. Очень важная, очень нужная. Людей надо любить, детей надо любить. Видите, помогать, жить их жизнью. Профессию знать. Много чего входит в это, но... Вот пара из Перми. Обратите свое внимание. Очень способная пара. Их нашла Валя, конечно, Тюкова. Максим, 2,5 оборота. Выброс тройной тур. Заход на луж шпагатом. Легко. Молодцы, Тюковы. Очень интересный, сложный спуск с поддержки. Мне кажется, что на первой поддержке, где четвертого уровня, она не отпустила ручку. Что косо вышло. Но-но-но, следить, следить за параллельностью. Молодцы. Тянули, тянули, тянули. Это Тодос. А что делать? Не знаю, натянули ли на третий уровень. Про четвертый даже нет и речи. Я все судим говорю, покажите мне пару, которая делает четвертый уровень. Покажите, есть ли такая пара. Почему вы это придумали? Пока нет. Будем ждать появления. Молодцы ребята. Конечно, их берут, Валя берет их с нуля. Учит их всему вместе с мужем. И прыжкам, и вращениям, и совместным прыжкам, и вращениям совместным. И спиралям, и всему, и поддержкам. Работает настоящая школа. В Перми есть не только прекрасное балетное училище и, но и прекрасные тренеры, которые готовят на протяжении последних 30 лет.
пары для юношеской сборной команды страны и материал для основного состава сборной команды. Знаете, очень выросла эта пара. Так, вот как раз хотел сказать, что они с такой дерзостью и задором катаются. Прямо такие смелые. Да, девчонка была такая вялая. Вялая флегма такая. А сейчас вы видели, она даже на стартовой позе уже стояла. У нее огонь в глазах был. Огонь. Еще развернуться. Да-да, вот такие симпатяги. Дает, видимо, уверенности копилка медальная. Конечно. Я сейчас спрашиваю. Соревнования, выезды на соревнования, поездки. Это все общение. Конечно. Не только с нашими. Иногда таким обогащенным этим общением себя чувствуешь. Вот их оценочки 31.03 и 24.44. Элементы, соответственно, компоненты. Общая сумма 55 баллов и 47 сотых. Это на 2 балла больше, чем их предыдущий лучший результат, который они получили на Cup of Russia на международных соревнованиях. И они от своих соотечественников и конкурентов отстают на данный момент ровно на 2 балла, сотая в сотую.